мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Екатерины. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память великомученицы Екатерины, великомученика Меркурия, мученика Меркурия Смоленского, преподобного Меркурия Печерского в давних пещерах, мученицы Августы Римской, мучеников Порфирия, Стратилата и 200 воинов, преподобной Мастридии Александрийской, преподобного Симона Сагинского, игумена, священномученика Евграфа Эварестова Преситера и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной. Коварные дуканы смущают.